Новый магазин неподалеку от центрального рынка предлагает огромный выбор для самого требовательного покупателя. При этом вы увидите здесь приятные скидки от 10 до 50%. Модные новинки и тренды для девушек. Здесь найдется и спортивный костюм, и трикотаж для стиля спортшик, и романтичное платье. Верхняя одежда на любой вкус. От коротких курточек в ярких модных оттенках до моднейших стеганых пальто пастельных цветов. Разнообразие стилей позволит сделать покупку и тем, кто следит за новейшими трендами и последователям нетленной классики. Шла мимо, случайно увидела вывеску. Вот. Зашла. Очень даже была удивлена большому ассортименту. На любой вкус можно выбрать. Как на взрослых, на пожилых, на средний возраст, на детей, на подростков. Такой большой выбор вообще меня очень порадовал. Для себя выбрала, вот я пальтишко приобретаю и сапожки. Вот. Присмотрела, еще смотрю, вот курточки у меня племянницы есть. Очень даже хорошие курточки. Выбор обуви поражает, от модельных туфель до удобных кроссовок и стильных ботинок. От резиновых сапог до уютных домашних тапочек. Здесь, на огромной площади этого универсального магазина, есть все. Не придется тратить время, бегая из одного магазина в другой в поисках образа и мужчинам. Футболки из качественного трикотажа, джемперы, джинсы, спортивные брюки и толстовки – все есть здесь. По невероятно приятным ценам. Так что этот магазин вполне может стать для вас семейным, ведь на одной площадке вы приобретаете полный комплект для себя, мужа, ребенка, совсем малыша или подростка. Любая мама подтвердит, что детскую одежду и обувь крайне сложно найти. Качество вызывает вопросы, а цены неоправданно высоки. Но только не здесь. В магазине пополам вы найдете то, что искали, и при этом сэкономите деньги и время. Цены очень даже вполне приемлемые, вполне достойные цены при таком вот хорошем качестве. Самые популярные среди детей игрушки – рюкзаки и сумочки, нижнее белье и аксессуары. Самые необходимые вещи вы найдете здесь, в новом магазине для всей семьи пополам. Он открылся в удобном месте, в самом центре города, на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской, рядом с магазином «Пятерочка» на цокольном этаже. График работы подходит для всех. Двери магазина открыты с 9 часов утра до 8 вечера, в том числе по выходным.